войти в лабиринт и убить Минотавра. Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидон, и мы продолжаем проходить Crysis 3. На этот раз вас ждет 12-я часть моего прохождения и 7-я, последняя миссия данной игры. Ну что же, давайте посмотрим, чем же вся эта эпопея закончится. Надеюсь, что костюмчик наш не повредился. Да, мы вроде целенькие. Ну что, неужели у нас отняли все оружие? Не хочу я этого, очень не хочу. Итак, давайте осмотримся. Майкл! Майкл, ты слышишь меня? Если ты слышишь это, ты знаешь, где меня найти. Я собираюсь убить его. Ну, я думаю, Майкл, конечно, слышал. Боги и монстры под площадью Колумба, Нью-Йорк, 30 ноября 2047 года. Давайте доберемся до альфа-цефика нашего. Что еще, кстати, хотел сказать по поводу игры. Не очень мне здесь понравилось то, что... Очень мало апгрейдов для наших оружий. Например, там у винтовки Гаусса совсем мало апгрейдов. То есть там только прицел можно поменять. Ну и так далее, и тому подобное. Почему я выключил фонарь? Это я не могу понять. Опять он включился. Логика этой игры мне порой совсем не ясна. О, значок с ограничением скорости. Я говорил с пророком. Я думаю, он теряет тебя. Что бы ни случилось в той сфере, его это потрясло. Убирайтесь из моей головы. Хм. Почему это сверхразум говорит голосом какого-то мужика? Вот это мне интересно. Причем, по-моему, голосом психа даже, если я не ошибаюсь. Да, в общем, озвучка в игре, конечно... Я еще упомяну это, но озвучка действительно дерьмовая. Зато графика неплохая. Жаль, что разработчики думали, что графикой можно компенсировать все. Они думают, что я Альфа-Сеф. Ты становишься Сефом! Я Альфа-Сеф. А, понятно, просто, мол, получается, что сверхразум повторяет то, что мы когда-то слышали от наших знакомых и прочее. О, как мы тут скачем. Что-то, кстати, беззвучно как-то мы скачем. Заметили? Звуков нету, ни приземления, ничего. Наверное, контужены. Мы наблюдали классное дежавю, ложные воспоминания, иногда признаки полного дативного расстройства личности. Да, точно, точно, все повторяется. Расстройство личности наше. Где же мы находимся? О-о-о! Привет! Корабль с цепами. Куда ж ты их везешь? Опять у нас костюмчик похерился, все моргает. Плохо это, плохо. О, уже 52%. Отлично, мы нашли немножечко оружие, нычку. Что мы можем взять? Только одну ракетницу и все. А вторую? О, кажись, мы и вторую прихватили. Так, хорошо, хорошо. Запас стрел, но у нас уже полный. Хорошо, идем дальше. Пойти в лабиринт и убить Минотавра. Ого.
Войти в лабиринт и убить Минотавра. Это, похоже, нам сейчас и предстоит сделать. Я уже вижу Цефу. Вы поглядите-ка, мы нашли жнеца. Это круто. Жалко, что костюм моргает, так неудобно, честно. Так, у нас... Сколько энергии-то? Да почему? Мы здесь не можем маскироваться? Понятно. И мы не можем броню использовать. Зашибись. А взламывать? Вот, взламывать мы можем, это хорошо. Уже какой-то плюс. Отлично. А вот мне еще кое-что интересно. Если они после этого наступят на эти минки, что-нибудь будет? Взорвутся они или нет? Я думаю, что да. Ну, в общем, это все мои догадки пока что. Куда нам нужно пройти, понятия не имею. Но они нас пока не видят. Может, они даже будут считать, что мы Альфа-Цеф сейчас. Хотя вряд ли. Сверхразум им все рассказал. Смотрите-ка. Там лежит мертвый робот. А у него куча пушек. Мы пока не можем взять ни одну из них. Наверное, эту сначала нужно выкинуть, а потом другие можно взять. Давайте выкинем, посмотрю, что у него тут. Миномет X-Pack и жнец. Давайте я миномет возьму, что это такое, посмотрим. Кстати, а мы модернизировать можем? Нет, не можем. Давайте сменим режим огня. На более точный режим. Из дробовика, так сказать. И посмотрим, что это такое. Ну что, будут они нас атаковать или нет? Мало энергии. Похоже, у нас нет никакой брони, и я вообще не знаю, почему нас не атакуют, ничего не происходит. Может, и не должны? Ну-ка, что это мы сделали? Взаимодействие с голограммой. Мы их выключили или включили? Видимо, выключаем. Смотрите, опустили их. Может, нам их всех нужно опустить? Так, а это что? Мало энергии. Не можем невидимость включать, ничего не можем. Давайте... Взаимодействуем с голограммой. Блин, я выкинул миномет. Нельзя так делать, ты что? Ой-ой-ой-ой-ой. Да, убивают нас тут моментально. Так, и что же нам делать? Пополним запас? Нет, у нас же полный запас, все. Все путем. Так. Пойти в лабиринт и убить Минотавра. Пойти в лабиринт и убить Минотавра. Супер. Подойти к транспортировке мозга Цефу. Ладно, хорошо. Возьму жнеца. Круто, жнец у нас уже есть. Начнем мы разряжать его в этого урода. Хорошо, одного взорвали. Сейчас, наверное, кипиш поднимется, то, что мы его убили. Конечно, уже поднялся кипиш. Так. Стрелы у нас по полной. Пойди в лабиринт и сразись с Минотавром. Ладно, сразимся мы с Минотавром. Так. Так, так. О, смотрите-ка, идет. Давайте-ка кокнем, если получится. О, свободен. Одного убили. Надо разминировать. Там еще один идет. Так, все, разминировали. О, он подорвался. Отлично, хоть какая-то долбанная польза от этого всего есть. И еще один. О, как хорошо, слушайте. Мне бы так всех убить, а. На минные поля, чтобы они все зашли. Там летающая эта хрень какая-то. Чего, она взорвалась, что ли, сама? Не понимаю. Так, жнеца взять. Возьмем жнеца. Сколько там зарядов? По полной вроде? Ну, где вы, уроды? Так, пробежим. Хорошо, хорошо. Стрелу подобрали, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. По нам уже отстреливаются. Еще бы я видел, кто. Турель. Зашибись. Хорошо, хоть мы взламывать можем, вот честно.
Кто там снизу отстреливает? Снизу, да, нас отстреливают? Вон. О, разнесли мы его. Жнец вообще тащит, на самом деле. Жнец тащит, что я вам скажу. Давайте я турели тут ломаю, если у меня получится, конечно. Ну-ка. Необходимо видеть цель полностью. Отлично. О! Мы хоть цель полностью не видим, но зато... Да кто нас отстреливает? Я не понимаю. Турель, что ли, это? Ладно, еще разочек. Да, это она по нам отстреливает. Ай-яй-яй-яй-яй, давайте еще разочек. Ну, все-таки она не всегда по нам попадает. Все, взломали. Фух. Наконец-то. Ну, хоть она для нас поработает. Все? Кто-то еще здесь есть? Все, давайте пробираться дальше, пока здесь вроде никого нету. Лабиринт, Минотавр. Кошмар. Так, взаимодействие с голограммой. Продолжаем взаимодействовать. Продолжаем. Так, а перезагрузиться мы не можем, нет? Взаимодействовать. Я не знаю, кстати, зачем это нужно, честно, вот это взаимодействие с голограммой. Но, может быть, пригодится. Все время мало энергии, как будто что-то из нас ее высасывает. Ну, давайте идти вперед уже к нашей цели. Не знаю, зачем я это взаимодействие делал. Наверное, оно нам поможет как-то, что ли. Как его знает. Ну, вот и наш транспортник, похоже, да? Отправимся, наверное, прямо к нему. Проблеск будущего. Что для этого нужно? Я должен стать более сефом, чем сами сефы. Что ты тогда будешь делать? Что я делать буду, я не знаю, но почему мы не отправились? Вот это я понять не могу. Внешний источник питания подключен. Так, все, похоже, у нас наконец стало... Нанокостюм, похоже, работает. Перезарядите нанокостюм от севских источников. Где мне их взять? Похоже, они где-то внизу лежат. То есть мне надо как-то вниз пробраться. Я не могу невидимость включить, ничего не могу. Так, давайте... Я подстреливаю вот этих уродов. Потому что я знаю, у меня там пушка лежит. И... Так, а этот живой? Живой! Вот, разнесли мы его. Так, еще кто-то? Турель там за нас, кстати, отработала просто на пятерочку. Ее, похоже, снесли, да, если я не ошибаюсь. Ну-ка. Ну, вот же вроде... Нет, наверное, мне надо куда-то в другое место идти, раз от севских источников перезаряжаться мне нужно. Куда-то наверх, да? Сила. Мне нужно больше. Луч свободы 61%. Больше силы — это больше ответственности. А уж в твоем случае это вообще не знаю чего. Смотри, с ума не сойди, пророк, от этого количества силы. Ксеноцефов ожидается через 25 минут. Отлично. Мы рожа. Необратимые изменения в нашей природе. Другого выбора не было. Мы должны были стать ими. Это что за пушка? Снайперка или что? Сейчас узнаем, что это за пушка. Это какая-то просто... Просто как... Ладно, посмотрим. Кстати, мало зарядов. Все равно я возьму жнеца, не стану его выкидывать. Слишком уж крут. Так, нам нужно идти где-то здесь, по краю пещеры, что ли, или... А, нет, надо на ту сторону переправиться, видимо. Давайте переправимся. Хотя нет, подождите, может нам вовсе сюда? Да-да-да, нам сюда. О, зато у нас броня заработала наконец-то. Носитель разума. Я могу использовать их силу против них. Ха-ха-ха. Ну да, стандартный приемчик, использовать их силу против них. Так, и нам опять добраться нужно в этот телепорт, что ли?
Ну, надоело уже, если честно, нам лазать по этим телепортам всяким разным. Так, забрались мы наверх. Зато у нас хотя бы костюм заработал. А то просто какая-то беда была. Вон он. Ну, давай. Что-то я не могу прицел ниже опустить. О, наконец. Свободен. А, стоп, это турель, что ли? Ух ты, гад. Глаза... О, черт, огнемет. Так, огнемет это плохо. Огнемет это плохо. Огнемет мы должны обойти. Или уничтожить. Нет, так нам его не взять, честно. Так нам его не взять, так нам только сгореть можно. Не, у нас патронов совсем не осталось, включим невидимость. Ха-ха, урод. Ну чё, разворачивайся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, кажется, он начал догадываться. Кажется, он начал немного понимать, что мы хотим сделать. Ничего страшного, смотри, здесь еще одна нычка. Нужно убить. Убить сначала огнеметчика. Да ладно, пофигу, давайте сначала этого убьем. Ух ты, какой хороший. Вы поглядите, какой урон он наносит. Так, сейчас мы возьмем динамитик, может быть, взять, а? Как вы считаете? Нет, подождите, я не то взял. Я хочу вот заряд Рекси. Вот это клевая вещь. Ну-ка иди сюда. Ха-ха, лох. Вот да, вот это отлично. Вот это по-нашему, я понимаю. Так, возьмем джав. Еще один джав возьмем. И что у нас из оружия? Это не та винтовка. Я хочу взять мою любимую, вот эту вот, которая мне так понравилась. С такими мощными патронами. О, видали? Ничего себе. А я думал, Гаусс самый мощный. Здесь, оказывается, есть еще и такая вещь. Так, критическое состояние, это плохо. Подлечимся. Надо броню нам докачать. Мы уже, в принципе, очень много урона потерпели, но надо еще больше для прокачки костюма нашего. Сейчас пройдем под невидимость. Я пока просто врага не вижу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, стой, что это я, куда это я понесся, мина же. И последнюю, отлично, все, мины наши. Так, нам нужно туда, 115 метров, у нас мало энергии. Блин, он живой. А вот все, убили. Что? Откуда у нас этот пистолет поганый? Я же его вроде выкинул. О-хо-хо, красавец. Так, где? О, нет. Крикун. Да, так, и как мне, значит, справляться с крикуном? Кто мне объяснит? Что это за установка? Нет, наверное, она нам не поможет, эта установка. Зато вот специальные боеприпасы нам должны помочь. Световая Нова Майк? Это еще что за крутейшая штуковина? Ну, давайте узнаем сейчас, что это такое. Вау! Я не знаю, что она делает. Кажется, она бьет каким-то током. Или с чем? Я не понимаю. Это очень тихо сейчас все происходит. Вы слышите? Просто как бы атакую, все, а потом она... Какой-то звук еще странный издает. Вот. Слушайте, его колбасит вообще люто от этой штуки. Заметили, как разворачивается у него корпус зад-вперед? На. Но он сдохнет когда-нибудь или нет? Это ужас какой-то. Не, он не хочет умирать от этой фигни, честно. Тихо, световая Нова. О, этого она разорвала быстро. Так, тихо. Вылезай, гад. Как она бьет, я не понимаю, честно. Но она в него попадает.
беззвучно совершенно причем стреляет. Или это баг просто, я не знаю, честно. О, ну нет, она его убила все-таки. Так, возьмем дополнительные боеприпасы. Да откуда же вы лезете, ё-моё? Один, второй, третий. Хорошо, что крикун сюда не подходит, честно. О, не, мне все-таки, конечно, очень нужен мой старый добрый Гаусс. Без Гаусса реально тяжело. Что и говорить. Так, давайте я возьму боеприпасы разрывные. Включу невидимость. И мы аккуратненько. Вот так вот. Ох, хорошо пошел. Ах ты гад, да, он понимает, что мы в невидимости, но ничего. Сейчас подкопим еще. Вот он идет уже сюда, слушайте. А теперь взрывчик. О, больно, да, парень? Ох, как больно. Ну и последнюю сейчас выпустим. Нет, надо убить этого крикуна. Надеюсь, он не подходит сюда, нет? Вот так и стой. Нет, слушайте, свернулся. Ну-ка, взрыв. Не, он живой, да что такое, а, честно. Давай, световая нова. Yes. Не, разшибает она их, конечно, шикарно. Но это, опять же, самые трешовые монстры из всех. Вот крикуна убить, да, вот тут Гаусс был просто супер, честно. Да сдохни ты, ё-моё, нет. С такого расстояния что-то она, по-моему, вообще не работает. Или я не знаю, как она работает. Честно, плохо я это понимаю. Хорошо, что просто крикун сюда не идет. Так, пройду я, в общем. Пройду я подальше. Куда-нибудь сюда. Так вот. Бьем его. И я пробегу. Нет, не пробегу. Все, невидимость. Меня тут нет. Я почти дошел. Но нас сейчас спалят. Да, нас уже спалили. Да сдохни ты. О, все, опять у нас невидимость накопилась. Я, может, добегу уже нафиг. А, нет, еще минное поле здесь. Так, я, наверное, взломать не успею. Меня сейчас будут обстреливать со всех сторон. Дурацкая миссия совершенно. Тихо. Никакого критического состояния. Все, проходим. Тихо. Да почему у нас так энергии мало? Давай уже, давай, пророк. У-у-у, заскочили. Ё-моё. Ну ничего, нормально. Идем. Главное, чтобы выскочить и не напороться сейчас на целую толпу. Так, дорогие друзья, на этом я закончу прохождение 12-й части по Crysis 3. Надеюсь, вам понравилось. В следующей части мы наконец-то добьем эту махину и пройдем этот последний шикарный уровень. Ну что же, надеюсь, вам понравилось. С вами был Гидеон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо и до следующей миссии.